У нас есть режим медитация над силой. Грубо говоря, босс раш. И сейчас мы сделаем ставку. Пройду ли я с первой попытки всех боссов по очереди за одну жизнь? С отдыхом. Между боями. Ну там. Монахиню, генитера, бабочку и гёбу. Всех подряд. Без смерти. У нас не хватит времени? Сейчас посмотрим. Пройдем ли мы всех? Это будет называться босс раш. Босс раш Секиро. Пока что все честно, никакого багаюза. Честный бой. Окей? Смотрите. 20 минут маловато. Сейчас пока что рассказываю правила. В общем, заходим в каждый бой. С каждым боссом по очереди. В любом порядке. Неважно в каком. Если я им могу воскрешаться. Я могу воскрешаться в этом бою. Но... если я полностью упаду, то босс раш закончен. Я могу пользоваться всеми приборами, там этими петардами, сюрикенами, всем подряд. Ну и могу воскрешение использовать. Если я упал, все закончено. А... какие еще правила? Все. Все такое. Он придумывает механику, которая откроется после прохождения игры. Но мы же не прошли еще. Окей, я сделаю бусины, да, улучшение выносливости. Только раз воскрешаться? Столько, сколько доступно. Там один раз дают воскрешаться. В этих босс-файтах... В этих босс-файтах не работает... не работают апгрейды на урон, так что ты вообще не дамажишь. Ноль урона. Воскрешение, по-моему, один раз за каждую фазу босса можно использовать. Не на всех. На бабочке, по-моему, не дают за первую фазу дополнительное воскрешение. И буду хилиться после боя, да. После каждого босса буду хилиться. Там можно прямо после босса подойти к костру и, короче, похилиться. Никто не поверил, да? Окей, верующие, я расскажу по секрету. Вы, возможно, срубите джекпот. Поехали. Медитация над силой. Начнем с монахини. Окей, окей. Петарды готовы. Окей, монахиня, нужны петарды. Что ты делаешь? Ты разбегаешься, два удара в спину. Два и все. Теперь парировать, 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 парировать еще раз. Подбегаем, петарды. После петард три удара в спину. Раз, два, три. Отходим. Задача с монахиней тупо снести ей половину хп. И все. Ей нет смысла сбивать концентрацию в начале боя. Она не получает урон. Поэтому мы используем петарды, чтобы сбить хп. Оп, неудачный старт, это бывает. Ничего, 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 ничего. От нее можно отбежать, она не наказывает за хилки. Блин, у меня руки потеют. Когда тренировался, я чувствовал себя намного увереннее. Прыжок. Здесь лучше бы кинуть петарду, но есть как есть. Окей, это в два удара с замахом. Здесь можно нанести удар в спину один. Отпрыжка одна из самых сложных атак. Это будет круговорот вещей в природе. Круговорот вещей в природе нас не интересует. После круговорота ты делаешь петарду за спину. Раз, два, три. Отходим. Подходит ее, можно пройти без петард. Но нужно тогда использовать эти от призраков штуки. Если от призраков штуки не использовать, это будет так долго. Петарда. Раз, два, три. Никакого риска. А, провтыкал. Хилком. Полная фокусировка. 3,
4. Окей, время петарды. Я что-то присел. Это была руина. Я не сделал 3 удара из-за этого. 3, 4, 5. Время петарды. 1, 2, 3. Отходим. Лучше, блин, рывок вот так назад не делать, да? Можно петарду еще последнюю кинуть. 1, 2, 3, 4. Пожадничал, 4 удара сделал. Это контрица, Микири. И теперь мы просто ее контрим, и она умрет от нехватки концентрации. Все, хп сняли. Теперь просто парирование. Ничего кроме парирований больше в этом бою не нужно. Ну, Микири не помешает, да? О, мисплей. После мисплея лучше сразу отойти и похилиться. Нет смысла жадничать. Немного мисплеев. О, большие мисплеи. Ошибка была сделана, у меня есть воскрешение. Воскрешение нормально. Она у меня только недавно открылась, поэтому я ее еще плохо выучил. Мы ее на прошлом стриме заварили. Нормально, нормально. Прыжок на голову. Атаку, кстати, после прыжка не надо делать. Это ошибка тоже. Камера. Камера руины. Уйти от камеры. Надо отойти от камеры руины. Камера постоянно руинит. Кири, удар. Есть. Фу. О, первая пошла. Ну чё, сомневающиеся. Не ожидали? Окей, первая, она не самая сложная. Она вторая по легкости, кстати. А самая сложная, как ни странно, бабочка. Окей, мы отдохнули? Да. Окей, она сразу переключится на сюрикены. И следующий генитеро. Генитеро не самый легкий. Он где-то в серединке стоит. Но он умеет... Он умеет... Этот... Умеет делать неприятные вещи, типа ваншотов на второй фазе. Я сразу ошибся. Окей, okay. Мы хотим его просто держать постоянно под атакой. Самые опасные атаки у него это лук на первой фазе. Да. Лук душнилова. Это будет Микири. Okay, Микири мы контрим наказанием из 3 ударов. Это нужно отходить. После этого я моление, клинок Микелы. Я забыл себе ульту поменять. Я тут тестил разные ульты, у меня стоит неправильная ульта. Ладно, можно без ульты. Микири. Ульту после этого боя сменить нафиг. У меня стоит трэш ульта. Восстановить выносливость, не спешим. Все, пошли в атаку. Микири руины. Для него 4 выстрела. Ого, ты подходишь. Он что, удар ногой? Что дальше? Дальше я подойду к тебе. Микири. Это разбег. Разбег, лучше просто отойти. Ну, тебя в баню. Это лук.
Он меня тоже боится, не меньше, чем я его. Оп, готово. Первый бой пошел. Здесь теперь появилась новая атака. У него подкат есть. Лук будет, да? Не, не делает лук. Боишься, собака? Ошибка, 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 ошибка. Хилку. Я перепутал. Удар с разворота. Это комбо можно контрить, но оно, не, оно нам не нужно. Оно того не стоит. Давай, давай, лук. Окей. Прыжок. Он очень редко делает Микири. Мега редко делает Микири после комбо из двух ударов. Двух-трех ударов. Поэтому я его не ожидал. Сюрпризы от Гиничиро. Эй, вот. Вот Микири. А-а. Иди нафиг. Мистер Гиничиро. Есть. Третья фаза. Погнали. Начало всегда Микири. Третья фаза, здесь нужно жить и контрить молнию. Если ты контришь молнию, у тебя все хорошо. После молнии можно сделать 2-3 удара на шару. Не подходить под его суперкомбо. И все будет нормально. Ошибка. Окей. Хилиться на третьей фазе очень тяжело. Потому что он наказывает прыжками. Вот этими. Они, конечно, катрятся Микири, но надо быть далеко. Ты не хочешь быть рядом с ним, когда он их делает. Молния. Молния — это хорошо. Ошибка. Мы хотим разорвать дистанцию. Понял, камера, спасибо. Камера отстанет. Нет. Камера руины. Еще одну хилку, полное здоровье. Все хорошо. Нужно забайтить его на молнию. Забайтесь на молнию, пожалуйста. Спасибо. Еще раз. Благодарю. Ноль проблем. Ноль. Иногда я его без урона прохожу. Не в этот раз. Я волнуюсь. Выступаю перед публикой. Окей, второй пошел. Сразиться с редким плей-противником. Бабочка самая сложная. Короче, бабочка сложная не потому, что у нее самые сильные атаки или что-то такое. А потому что... А потому что у нее вторая фаза в чёс. А, сменить ульту, точно. Хотя на бабочке ульта не нужна. Ну, все равно лучше сменить. На бабочке ульта нужна один раз. Горящая смерть. Мне обязательно нужны сюрикены. Короче, на второй фазе у бабочки атаки магии, которые никак не задоджить. Ну, задоджить, убежать от них. Первая фаза, ладно. Первая фаза не проблема. Ты просто кидаешь в нее сюрикены, и типа все нормально будет. Потом наказываешь после сюрикена.
Вообще можно стоять на месте, кстати. На этой фазе может даже не двигаться, она сама к тебе приходит. Прыгать надо иногда, да? Вы спросите, почему она самая сложная, эта фаза, хотя ты вроде их выносишь. Сейчас будет вторая, вот там душнила войдет полная. Там у нее так много ваншотающих атак во второй фазе, это просто жесть. Это не соулс, в инвентаре пауза. Ульту в бою можно менять? Я что-то даже не подумал об этом. Бабочка очень красивый бой. Красивый. Красивая. Окей, тут нам нужна ямоление, клинок Микелы и все. Вот эти атаки. Она будет за мной гнаться, да? Да-да-да, вот эта атака, она всегда ваншотает в конце, если попадаешь. Этот, вот эта атака, это тупо ваншот. Окей, пошли иллюзии. Пока иллюзии, я с ней даже не хочу драться. Я вообще ничего общего с ней не хочу иметь. Ушла она в баню. С ней можно драться с иллюзиями, только пошла она в баню. А сама кидает магию. Вот эти бегут. У них неблокируемые атаки, поэтому моя тактика примерно вот так выглядит. И стальные шинобичьи нервы. Вот так в углу и все. И пошли. Иногда, в зависимости от того, как ей захочется, можно ждать вот эту ее призыв 3 раза, может быть, за бой. Мисплей? Не смертельный, но мисплей. Убегаем, она сейчас будет гнаться. Вот эту атаку я долго не мог понять, что с ней делать. Оказалось, просто убегать. Это почти ваншот. Надо похилиться. Есть. Вот чудо. На иллюзиях можно набирать эмблемы. Стабильность них падает. В всяком случае с иллюзией. А оно того не стоит. Вы видели, сколько урона нанесла атака? Когда она бежит за тобой? 95% хп. Жесть. У нее... Она не выглядела только что как самая сложная, но... У нее больше всего ваншотающих атак. Все подсечки ваншотающие. Остался Гёбу. Он легкий, но... Время руины? Варлок, будет ли спидран Секиро? Мне так нравится, что я подумываю об этом. Ну, надо его сначала пройти. Или что-то типа Секиро без смертей. Я подумываю об этом, я не шучу. Мне так нравится боевка Секиро. Просто жесть. Спидран босс Раша? Ну, мы типа это сейчас и делаем. Окей, Гёбу? Ну, про Гёбу мне нечего сказать. Ты не тупишь на нем. А Гёбу я проигрываю, когда жадничаю. Я, короче, такой, блин, Гёбу, как с тобой долго драться? Давай я попробую тебя рашить или еще что-то такое. И вот тогда я обычно проигрываю. Это обычный страж древа из Elden Ring. Вот это твоя ультимативная, по идее, атака. Когда он дает к себе притягивать, ты просто рано или поздно ты притягиваниями его снесешь. Вот это. Он отбегает назад, ты идешь, ты его сбиваешь, делаешь серию атак и просто отходишь. Просто отходишь. Он отбегает снова. И здесь парирование. И все. У него есть пара недоджимых атак, в которых надо убегать.
слишком далеко. Жадность твой единственный враг в этом бою. Вот типа я только что жадничал, но не был наказан. А еще на нем камера ломается иногда. Притяжение. Художественный фильм. Старый булок. Да, летающие деревяшки у него есть. Он... Не, аж даже была ошибка. Окей, я пожадничал. Я сделал, попробовал сделать дополнительный удар. Вот эта штука бьет больно. 4 удара. После притягивания нужно делать 4 удара. Жадность. Килка не вовремя. Во-во-во-во, вот так вот руинится Гёбу. Жадностью. Жадностью и нетерпением. И никак по-другому, только так. Притяжение? Сандра Буллок сегодня не выходит на бой. Не хочет притяжением заниматься. Ладно, Сандра, понимаю, устала. Сандра утомилась. Смотри, сопротивляется, блин. Скучно не было. 3 удара и все. 0 жадности. Музыка играет, блин. Опять чиж играет. Я полностью сфокусирован. Окей, он отбегает. Сейчас можно будет кинуть притяжение. Притяжение Сандра Буллок? Сандра Буллок нет. Буллок точка нет. Булки есть. Спасибо, Сандра. 4 удара, отходим. Не-не-не, никакой жадности. Я не могу проиграть на нем. Сандра Буллок? Погнали. Прям в огонь. Нет-нет-нет-нет-нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прямо в огонь притянулся. Никакого. Никакого огня. В холодном космосе Сандры нет огня. Отбегай, дай мне притяжение. Давай, дай мне притяжение, Гёбу. Гёбу Буллок дает притяжение. Я настолько... Обычно я намного более агрессивный на нем, но я даже не собираюсь проверять. Слишком много на кону. Эй, Сандра? Жадность. Это была она. Вы только что могли наблюдать жадность, которая может проиграть тебе этот бой. Сандра? Я только что чуть опять не пожадничал. И камера. Камера тоже проигрывает этот бой. Камера умеет. Нормально. Дайте музыку, нам нужна победная музыка. Мы это сделали? Победа для верующих. Что верующие, отыгрались немножко? Я вам обещал, что отыграетесь. Вы отыгрались? Никитка, привет, чувак. Да, на ютубе выйдет серия. Это, наверное, послезавтра или что-то такое.
Месть верующих, да. О, мне очень нравится Секира. Особенно боевка с боссами. Прям вообще класс. Чего там? Кого можно начинать использовать в прыжке? И Тимонди можно начинать использовать в прыжке? Мне не нравится эти Тимонди. Но надо в прыжке надо потестить. Я не знал, что можно в прыжке. Надо будет попробовать. Но мне он очень не нравится. Он слишком медленный. Фу. Прохожу Секиру на третью концовку. Класс. Пробовал ли ты против всадника петарды? Я знаю, что они работают, но они не нужны. Зачем? Он проходит со 100% вероятностью без урона, если не жадничать. Чего удержаться тяжело. Как вы видели на примере. На примере только что стримера, который чуть не сдох на нем 3 раза. А я думаю, ты тупо не жадничаешь, ты его проходишь каждый раз 100% без урона. Там петарды. Ну, петарды должны быть хороши, да.